Ребята, всем привет! И сейчас вы видите, что я начала видео в довольно странной обстановке. И качество видео тоже другое. Просто я сейчас только проснулась и решила снять для вас влог о моем дне. То есть я буду снимать как бы из школы, как я иду. В общем, я думаю, что вам будет интересно. Поэтому поехали! Итак, ребят, я уже оделась, причесалась, и сейчас я пойду в школу. Сегодня я вот в такой вот черной юбочке и вот такой блузочке. У меня тут бейджик, потому что нам нельзя без бейджиков. И, в общем, сейчас я пойду на улицу, чтобы идти к школе, и покажу вам часть моей дороги. Пошли! Вот, ребят, моя школа, и дальше я уже не буду вам говорить, но обычным голосом я буду накладывать сверху, потому что я не смогу перекричать наших вообще учеников. Так что вот моя школа, я в нее иду. Итак, ребят, сегодня нам выдали карточки для прохода в школу и питания в столовой. Я, собственно, уже подготовилась к первому уроку, и вот такой вот у нас большой класс и достаточно много народу, как вы видите. Короче, сейчас у нас будет ужасный урок, ну не для меня, но очень хороший урок, но все равно. Мы будем писать диктант. Ну, мы в разных группах, мы напишем один тот же диктант. Один одинаковый. Ну вот, нам страшно. А еще сегодня нужно сказать оценки по ВПР за русскому, оценки по контрольной за русскому, оценки по математике за контрольную. Да мы же умрем. В общем, ребята, если вы больше не увидите нас, то спасибо. Давайте, всем пока. Это, конечно же, естественное явление. Девочки списывают математику перед уроком математики. Потому что у нас когда мы ничего не понимаем в математике. Что мы ее не любим, и ничего в математике вообще не шарим, мы не понимаем. Я буду печь печеньки. А это, как всегда, сборище мальчиков, которые нашли какого-то пацана, у которого есть интернет на телефоне, и они все вместе смотрят с его телефона TikTok. Ну, собственно, как и обычно. А здесь больше девочек и тоже мальчики, которые смотрят. А это мы, собственно, вышли на перемену, потому что у нас теперь одна переменная, и вот она. Мы очень много на ней фоткались в зеркало в этот день, потому что я вышла снимать, и все тоже стали снимать. Мы вообще эту перемену очень круто провели. А мы фоткались, снимали тренды ТикТока, и вы сейчас их увидите все. Я сделаю так. А это я просто решила скрыто поснимать девчонок, и так получилось, что все девочки, которые попали в кадр, были в буках. На этом мы пришли в столовую с девчонками кушать, и сейчас вы вообще увидите, что мы кушаем. Чистюли, девочки. Ревизору огурчика. Я клею вам наклейку, одобряющую на лоб. Итак, мы поболтали, послушали увлекательную историю Алисы, а теперь я покажу вам свой ланч. Я приношу чай, и вот в таком ланчбоксе со смешариками у меня лаваш с майонезом, сыр, косичка и огурец. А у Златы был Биг Тейсти. Вообще. Ну, конечно же, у нас TikTok мультиклассы, поэтому мы решили составить учебники по истории 10 класса вот в такую пирамиду. Сначала мы составляли вот на тупе, а потом мы решили, что слишком высоко, потому что, как вы видите, девочки уже перестали доставать до этого места. И поэтому сейчас вы увидите, какой выход из ситуации мы нашли, когда башня упала. Очень эпично, между прочим. Мы стали строить эту башню на полу, как вы видите, тут наконец-то появилась я в кадре. Я с одной девочкой, Аней, пришла ей помогать, и, короче, мы с ней очень рукожопо построили эту башню, поэтому она очень быстро упала. Ну, собственно, сейчас вы все увидите, и в конце можно услышать голос учителя, который спрашивает, типа, почему телефоны в школе? Потому что тупо все стали это снимать. Ой! Давай, послушай.
Но это я и моя подруга Арина на урок музыки поставили телефон в ее пенал, прикрыли моим пеналом, вы видите желтое пятно, и я вам сделала совсем маленькую нарезочку, где я пишу, что-то слушаю, и также, как меня поднимают, типа я хорошо пою с класса. Вот, как раз этот момент. Хотя нифига не хорошо пою. Очень даже плохо. Ну и вот я пришла домой делать уроки, и начинаю я с русского языка. Тут почему-то так снялось, что я кажусь вам левшой, но на самом деле я правша и пишу правой рукой, но у меня как-то странно снялось. Итак, ребят, на этом мой влог подошел к концу. Я надеюсь, что вам понравился вообще мой день и такой формат видео в принципе. В общем, пишите в комментариях, хотите ли вы еще таких видео, и, может быть, мне записывать влоги с целой недели даже, или с каких-то еще путешествий тоже делать, не какие-то экскурсии, а чисто мой день, как бы классический. В общем, пишите все свои мнения и желания в комментариях, также не забудьте подписаться на канал, обязательно поставить лайк. Также подписывайтесь на все мои соцсети и все ссылочки в описании. Ведь там я часто ставлю какие-то посты, видео и фотографии. В общем, вам будет интересно наблюдать за моими соцсетями. Спасибо большое за просмотр, особенно если вы досмотрели до этого момента. Пока-пока!